Узор зонтики. Вот схема этого узора. Как видите, схема довольно необычная, но тем не менее ничего сложного в ней нет. Раппорт узора 10 петель. Чтобы показать вам на двух раппортах, я набрала цепочку из 21 воздушной петли. Это два раппорта по 10 и одна петля для симметрии узора. Делаю воздушную петлю и столбик без накида в последнюю петлю цепочки. Теперь мы вяжем веерочек из 11 столбиков с двумя накидами. Вяжем это, пропустив 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот пятая петля. Сюда я буду вязать веерочек из 11 столбиков с двумя накидами. Но перед тем, как его вязать, я хочу заметить петельку, куда я буду вязать следующий столбик без накида. Иначе она под этот веерочек уйдет. А это будет пятая петля от столбика. Вот раз, два, три, четыре. Сюда можно повесить маркер. Или вот более простой вариант — взять ниточку другого цвета и вставить в эту петельку, используя ее вместо маркера. Теперь вяжу веерочек из 11 столбиков с двумя накидами. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Поскольку веерочек очень большой, теперь давайте посмотрим и найти вот эту петлю. Даже если вот вытянуть цепочку, будет очень сложно отсчитать ровно 4 петельки. Но поскольку у нас петелечка отмечена, в нее вяжем столбик без накида. Отступаем 4 петли и вяжем еще один веерочек из 11 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, вот в пятую петлю. Если вы вяжете большое полотно, то также, связав вот один столбик, нужно отметить следующую петельку. Но у меня это будет последняя петля, я ее отмечать не буду. Сейчас вяжу такой же веерочек и пойдем дальше. Вот у меня готов второй веерочек. На последней петле цепочки я делаю столбик без накида. И теперь переходим ко второму ряду. Если вы хотите получить разноцветный узор, то здесь нужно поменять ниточку на другой цвет. И дальше можно вязать по два ряда каждым цветом. Но я пока покажу на одном цвете. Делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в столбик без накида вяжу столбик с 4 накидами. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в верхушечку веерочка. Для этого нам нужно отсчитать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в шестой, в самую верхушечку, вяжу столбик без накида. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. А теперь вот на столбике без накида, который между веерочками, я свяжу 2 столбика с 4 накидами с общей вершиной.
Раз, два, три, четыре. Накида. Это вот такая вот красивая длинная ножка. Не довязываю этот столбик, делаю еще 4 накида. Раз, два, три, четыре. На этом же столбике когда осталось 3 петли, провязываю все вместе. 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. Столбик без накида в верхушечку. Раз, два, три, четыре, пять. В шестой столбик. Столбик без накида. 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. И в конце ряда также 2 столбика с 4 накидами с общей вершиной на вот крайнем столбике без накида. Провязываю все вместе. Это вот такой вот как бы выравнивающий ряд получается. Эти зонтики, веерочки, расположены в шахматном порядке. Поэтому вот в следующем ряду у нас по краям будет по половинке веерочка. Делаем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Поворачиваемся. И вот на этих длинных столбиках с общей вершиной вяжем 5 столбиков с 2 накидами. Раз, два, три, четыре и пять. Это половинка веерочка. И столбик без накида теперь мы вяжем на столбике без накида. Дальше я так думаю, что уже по схеме вы разберетесь. Здесь мы вяжем полный веерочек из 11 столбиков с 2 накидами. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять и 11. Столбик без накида на столбике без накида. И в конце ряда 6 столбиков с 2 накидами вот в одну точку также вяжем. Половинка веерочка. То есть это второй ряд. Первый у нас вот с этими длинными столбиками с 4 накидами. Это второй ряд, который, в общем-то, можно вязать вот одним из цветов. И дальше вот в конце этого ряда опять можно поменять цвет пряжи. К 5 и 6. Здесь опять можно поменять цвет пряжи. И следующие 2 ряда связать другим цветом. Этот ряд начинается с воздушной петли и столбика без накида, поскольку это верхушка веерочка. 4
воздушных петли. И теперь мы вяжем вот два столбика с четырьмя накидами с общей вершиной на столбики без накида. В общем-то, что в этом узоре самое сложное, это, наверное, понять схему. Там не очень стандартное обозначение. То есть, где там воздушные петли, где столбики. Как-то, в общем, это все по-хитрому обозначено. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида, верхушечка, веерочка. 1, 2, 3, 4, 5. На 6 столбике 4 воздушных петли. Опять 2 столбика с 4 накидами с общей вершиной. Ножка такая. Четыре воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Здесь столбик без накида под петли подъема. И дальше, в общем-то, раппорт повторяется. То есть дальше мы вяжем ряд как первый. Только вот эти вот веерочки будут уже на ножках. И повторяем. И повторяем. Давайте покажу, как выглядит этот узор, когда связано побольше и со сменой цветов. Вот такой образец у меня получился. Как видите, здесь сначала вяжется четный и нечетный ряд одним цветом. То есть первый ряд у меня вот начально фиолетовый, дальше розовый — это второй и третий, белый — это четвертый и пятый. Ну и так вот. То есть первый начинается ряд другим цветом вот с этих ножек, а второй ряд веерочки. И дальше можно опять менять цвета. Можно вязать одним цветом, тоже, в общем-то, узор смотрится так необычно, интересно. Ну, с изнанки может быть чуть хуже, но рисунок читается. По лицевой стороне, мне кажется, конечно, выглядит симпатичней. Вот такой вот. Такие вот зонтики. Как вы видите, узор ложится и в треугольник, и в одну сторону, и вот в другую. То есть при определенном навыке можно его преобразовать в шаль. Так, или вот сверху вниз тоже будет интересно таким вот образом смотреться. Но, конечно, для того, чтобы преобразовать его в шаль, придется немножко над ним подумать. Но это, в общем-то, не очень, на мой взгляд, сложно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами впереди много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!